Мы приехали на озеро Байкал для того, чтобы побить рекорд скорости на льду на обычном серийном автомобиле Nissan GT-R. Для нас эти заезды, возможно, пока носят еще и символический характер. И нам бы очень хотелось, чтобы они ассоциировались с некой русской, российской историей. Ну а Байкал, мне кажется, прекрасный символ России. Постоянно приходится корректировать рулем. Малейший порыв ветра, и машину буквально срывает на протяжении всех 7 километров трассы, ты борешься со стихией. Казалось бы, 540 лошадиных сил на льду – это абсолютно избыточная мощность. Но в Nissan GT-R мы имеем очень важный довесок – это полный привод. И вот именно он и позволяет реализовывать и огромный крутящий момент, и большую мощность.